Хорошая моя, пасхальный кролик приходит ко всем послушным деткам. Значит, ко мне он обязательно придет. Какие вы наивные, вы что, до сих пор в него верите? Вот это подскользнулась! Фух! Ма, ты что, пол помыла? Конечно, хорошая моя, обязательно влажная уборка. Мам, а к тебе когда-нибудь пасхальный кролик приходил? Конечно, приходил, когда я была совсем маленькой. И он мне всегда приносил красивые сумочки. Я же до сих пор их так люблю. О, у меня есть идея. Малышка Панки, ты посмотри, здесь какие-то следы. И они ведут в шкаф. Ух ты, Сули, мам, да он приходил! Ух ты, да здесь целый клондайк! Ух ты! Для того, чтобы сделать слайм, я возьму бутылочку с дрожжи и обрежу ее. Теперь нашей бутылочке нужно сделать донышко. Я его сделаю с помощью клея. Обрезаю. И у нас получилась прикольная бутылочка. Теперь у меня идея. Мы ее украсим. Я возьму вот такой металлизированный картон и оранжевый фоамиран. Вырезаю ушки, склеиваю их. И вот что у меня вышло. Теперь приклеиваем наши ушки на бутылочку. Теперь сделаем прикольное личико нашему кролику. Я возьму бегающие глазки. Носик я сделаю из желтой бусинки. А усики из вот такой вот веревочки. Такой прикольный кролик у меня получился. И у меня супер идея. Внутрь я положу настоящий розовый слайм. Наши куколки будут очень рады. Такой настоящий слайм для куколок Лол у меня получился. Сули, какой он классный! Сейчас я в него вот так вот замотаюсь. Ух ты! Да это же конфеты в форме яиц. Они сладкие и со вкусом мятным. Это самые вкусные яйца, которые я ел в жизни. Возьму упаковочку из-под наклеек и вырежу настоящий пакетик. Края я заклею двусторонним скотчем, а внутрь положу настоящие мятные конфетки Тик-Так, которые так напоминают яйца. Заклею двусторонним скотчем и этикетку я сделаю с помощью наклеечки такой прикольной. И маленькая деталь, я сделаю из бумаги белые ушки, которые будут напоминать ушки кролика. Вот такие прикольные яйца с сюрпризом для Лолы у меня получились. Ух ты, Шули, эта сумочка просто чудо. Для сумочки я возьму ярко-розовый фоамиран, обвожу линеечкой два полукруга и вырезаю. Теперь я делаю донышко. Мне понадобится желтый фоамиран. Вырезаем полосочку. Склеиваем и неровности украшаю полосочкой бусинок. Теперь мне нужно сделать ручку. Я ее вырезаю из фоамирана, приклеиваю. А для того, чтобы украсить нашу сумочку, мне понадобится фоамиран разных цветов. С помощью дырокола вырезаем маленькие кружочки и наклеиваем наперед сумочки. И я ее украшу наклеечкой. Мне понадобится вот такой маленький прикольный зайка с бантиком. Я думаю, нашей маме точно понравится такая сумочка. А сумочка полная сюрпризов от пасхального кролика у меня получилась. Будет сюрприз для наших куколок. Спасибо, пасхальный зайка. Ты мне угодил. Я старался. Ведь вы же у меня самые лучшие.